пляжу поснимать. Показать. Сейчас дойдем. Сейчас просонем. У них вот здесь вот все вечерние мероприятия проходят. Всякие там тусовки, розыгрыши какие-то. Ну и прочие увеселительные программы. Вот такой вот бассейн. Вот здесь вот шезлонги. Вот там вот у них бар, пиво, коктейли, все подают в течение дня с 10, кажется, утра до 10 вечера. Вот такой вот отельчик. Здесь вот это корпус, потом там корпус еще есть, и вот здесь еще. Так, еще вот этот, по-моему. И вот 4 или 5 корпусов получается. Там внизу столовая. И вон там вон лобби уже. Так выглядит бассейн с другой стороны. И сейчас подойдем, еще я покажу бар. Тут такие столики стоят у них. И вот сам бар. Вот здесь вот можно набрать воды. И здесь вот там вино, алкогольные напитки, коктейли делают. Иногда бывает в течение дня очередь. Но в принципе они быстро обслуживают и долго ждать не приходится. Сейчас выйдем, пойдем к пляжу сходим. Сейчас лобби покажу еще. Пойдем к пляжу, прогуляемся. Раннее утро, еще горят фонари. Посмотрите, какой красивый утренний Кемер. Вон там все торговые ряды, главная площадь. Мы туда уже ходили, туда немножко проходил. Там тоже есть отели, какие-то магазинчики. И вот такая вот дорога получается у нас идет. Вот, вот Геледония отель. Вот он мой отель. Такая арочка деревянная и вход. И вот так вот переходим дорогу, ребят, и идем к пляжу. Здесь вот сама дорога к пляжу, она не очень такая чистенькая, да? Немножко закоулки Таиланда напоминает. Временами такой аромат идет. Но она не длинная, эта дорога короткая, как я уже говорил, ну, метров 200, наверное. Отеля до моря очень быстро, минут 3-4 ходьбы тут буквально. Вот смотрю, там уже кто-то занимает, видимо, идет шезлонги. Сейчас дойдем, я вам покажу пляж. Подходим уже к пляжу, там уже народ. Сейчас заснимем, посмотрим. Интересно, уже шезлонги занимают, нет? Такой вот, короче, кусок пляжа получается. Вот эти вот шезлонги все от нашего отеля, от Геледонии. И вот такой кусок пляжа. Ну, в принципе, купаться-то можно везде, на всем море, но единственное, на чужих территориях нельзя шезлонги занимать. Так, ну, насколько мне известно, можно за 2 бакса в сутки, ну, в день взять здесь шезлонг вот на этой территории. И здесь уже целый день, короче, тусоваться. Это уже получается не наш
кусок даже. Так, ну из минусов, короче, вот в Гелидоне из минусов это позднее заселение. Это приезжаете утром, часов в 9-10, заселяют только часа в 2. Еще из минусов — интернет слабый. Как бы сообщение отправляет, но видео не грузит толком. И уходит вот туда вот, все вот это вот пляжи. Это все отельные сначала идут, а потом там еще городской какой-то есть пляж. Какой-то обзор.